Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной Игорь Чумарин, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Насколько я знаю, ваша сессия будет сегодня, и очень хочется узнать о теме. Тема будет такая: что делать ритейлеру в нынешних условиях с безопасностью? Вопросов много по бюджетам, по структуре, по каким-то изменениям, которые в кризисный период обычно нас настигают. Вот об этом коротко поговорим. Понятно, что не хочется раскрывать всех карт, но, наверное, тезисно какой-то основной ключевой момент, может быть, чтобы люди поняли, что в 4 часа нужно быть в вашем зале, чтобы все услышать. Да, желательно быть там, чтобы мы поговорили, и, может быть, в режиме диалога, в том числе о тех проблемах, которые уже настигли ритейл с точки зрения безопасности, с точки зрения потерь, недостач, проблем там с инвентаризацией, проблем с ресурсами, с ростом стоимости этих ресурсов, с ростом стоимости потерь, в конце концов, и так далее. А и с падением товарооборота, конечно же, в том числе. Потому что все это разнонаправленные векторы, и что с ними делать с точки зрения экономить или вкладывать, инвестировать или резать косты, где-то сокращать посты людей, безопасность в целом, или наоборот наращивать, потому что количество потерь растет, и кражи растут, и, в общем, снижение доходов домохозяйства, оно очень существенно и будет продолжаться. И, конечно же, это проблема ритейла общая. Ну и, в общем, наверное, есть какие-то методы здесь, какие-то правильные решения, потому что, не знаю, как я, как многие другие, но я уже прошел там третий либо четвертый кризис и продолжаю заниматься предотвращением потерь, поэтому в целом понятно, что нужно делать. В кризис нужен человек, который уже не боится кризисов и знает, что делать. Поэтому пожелаем вам удачи и удачи на сессии. Спасибо большое.